самого утра новоиспеченные студенты Казанского федерального университета штурмуют культурно-спортивный комплекс «Уникс». Именно здесь проходит процесс заселения в общежитие, а именно в лучший кампус России – деревню Универсиады. Еще вчерашние школьники вступают в новый этап своей жизни – студенчество, первым шагом которого станет заселение в общежитие. Все первокурсники, поступившие в Казанский федеральный университет, будут жить в лучшем кампусе России – деревне Универсиады. Однако перед заселением необходимо пройти инструктаж, узнать правила внутреннего распорядка, а также найти себе соседей по комнате. Обязательно мы очень просим это обязательно при себе иметь маску. Рекомендуем также, чтобы находились студенты в перчатках и приезжать во время своего графика согласно своим датам и своему времени. Также мы очень просим минимизировать количество сопровождающих родственников студентов в связи с тем, чтобы не было большого скопления людей. Все иногородние первокурсники проходят процедуру заселения в культурно-спортивный комплекс «Уникс» по адресу профессора Нужина 2. В этом году в связи с разными датами выхода приказов о зачислении процедура заселения в общежитие КФУ пройдет в несколько этапов. В этом году пришлось так первый раз в нашей практике разделить на форму обучения, потому что в связи с тем, что иначе бы было большое количество людей, а так как выходы приказов они разные, это по крайней мере позволяет заранее заселить нам некоторую часть студентов. Тем более в этом году мы должны придерживаться определенных мер и правил, которые связаны с профилактикой коронавирусной инфекции. Студентам не терпелось заехать в свои апартаменты. Многие наслышаны о деревне Универсиады и знают, где они будут жить. А кому-то еще предстоит знакомство с лучшим студенческим кампусом России. Я вообще впечатлена этим кампусом, потому что в нашем городе просто ужасные общаги. Я ожидала чего-то такого, но потом я пришла в деревню Универсиады, и это превысило все мои ожидания. Здесь очень красиво и чисто, комфортно, все зеленеет, кажется, уже. Да, подкупила то, что здесь очень много места для отдыха, например. Можно выйти и провести как-то время, познакомиться с ребятами. И что здесь действительно очень красиво. Просторные. Нестандартно, да, для общежитий, наверное. Как будто бы они уютнее и комфортнее, чем как отель. Да. Мне очень понравилось, поэтому это было одно из основополагающих, почему я выбрала этот университет. Потому что одна из лучших общежитий, как бы условия это все-таки определяющие и очень важная составляющая успешного обучения. Комнаты еще не видел, а так очень красиво, как будто мы в отель заселяемся. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз.